Илья, с победой, твой комментарий по сегодняшней игре. Ну, тяжелая боевая игра. Видно, что соперник был мотивирован. Все-таки две гомельские команды. Кто-то, не знаю, что они доказывали. Катились, видели, была борьба на каждом участке поля. Но мы, наверное, за счет желания выиграли эту игру. Да, и уже не первый матч в товарищеских играх. Идет такая борьба. Как думаешь, с чем это связано? Нагрузка где-то функционально у нас не хватает. И тянешься за мячом, больше стыков. Сейчас чуть-чуть ножки отпустят, и будем добегать. И меньше будет стыков борьбы вот этой. Завершился первый учебный тренировочный сбор, двухнедельный, были тяжелые нагрузки. Как оценишь лично для себя и для команды? Оценишь что? Свою готовность по поводу этого тренировочного сбора. Именно функциональную, наверное, процентов 60-70, если в плане тактики головы, тут можно расти. Так, и ты один из немногих игроков, который уже не первый матч подключает на все 90 минут. Как ты уже это оценишь, хватает ли? Меня функционально полностью хватает. Но опять же, это не потому, что я там какой-то великий футболист. У нас есть кадровые потери. Вот Игорь Заяц чуть переболел. Точно там микротравмы какие-то. И надо вот выходить на 90.